30-е всероссийские соревнования по боксу класса А открылись в Люберцах. Турнир, посвященный памяти мастеров спорта Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера России Александра Щедеркина, собрал почти 150 спортсменов из 25 регионов России. Вот уже 30 лет спортсмены со всей страны съезжаются в феврале в Люберцы. Всероссийские соревнования класса А привлекают боксеров набраться опыта и заслужить звание мастер спорта. 2 года назад удача обошла стороной Ивана Буракаса на люберецком ринге. Но парень не сдался. За это время успел стать лучшим на региональных и всероссийских чемпионатах и стал вторым в Можайске мастером спорта по боксу. На соревнования приехал сражаться только за победу и подтвердить свой статус. Уже занимаюсь 14 лет, 6 лет, сейчас 20 лет полных. Мотивация, наверное, идти вперед, становиться лучше, вот сделать свою историю. В своем городе прославить город, и чтобы люди знали, все, что смогу сделать, я как бы сделаю. Самое главное, не стесняться. За поясом чемпиона на юбилейные всероссийские соревнования по боксу в Люберцы приехали 146 спортсменов из 25 регионов России. Московская область самая многочисленная. Из Люберец за титул сильнейшего сражаются 7 боксеров. Воспитанник легендарного клуба «Спартак» Руслан Алияров в спорте научился не только приемам и самообороне, но и мыслить. Ведь без отлаженной стратегии в боксе не победить. Здесь думать надо. Самое главное в жизни он меня научил, быть верным, всегда духом быть сильным и контролировать свою силу. Бокс мне нравится с детства. На любые виды спорта ходил, но бокс – вот мое чувство. С этого года всероссийский турнир посвятили памяти не только мастеров спорта Юрия Капитонова и Владимира Кузина, но и заслуженного тренера СССР Александра Щедеркина. Турнир уже принято считать историческим. На его рингах начинали именитые спортсмены. Приехать в Люберцы и выполнить мастера спорта – это, ну, действительно показатель не только на территории Московской области, это на территории России. На этом турнире воспиталось уже не одно поколение боксеров. Такие известные боксеры, как Поветкин, выполнил у нас на нашем турнире мастера спорта. И многие-многие другие боксеры начинали именно здесь. Чьи имена впишут в историю бокса на этот раз, станет известно 16 февраля. Судьи объявят чемпионов в каждой из 9 весовых категорий. Финальные бои пройдут во дворце спорта «Триумф». Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.